В Инстаграм певица Кристина Орбакайте опубликовала новое фото, на котором она запечатлена в плаще из органзы, белой футболке и цветной юбке. Свой образ исполнительница дополнила ожерельем и розовой помадой. Снимок артистки оценила и ведущая программы «Жить здорово» на Первом канале Елена Малышева. «Какое сходство с Аллой», — отметила телеведущая, прокомментировав фото в микроблоге певицы. К слову, сама Орбакайте никак не отреагировала на слова Елены Малышевой. Ранее в одном из своих интервью Пугачева говорила о том, что когда она родила дочь, ей приходилось оставлять малышку на попечение бабушки. Примадонна не могла отказаться от гастролей и выступлений. Сама Кристина вспоминала, что мама брала ее с собой на концерты. Тогда девочка уже подросла и могла находиться за кулисами. Со своими младшими детьми, 5-летними близнецами Гарри и Лизой, певица сумела получить бесценный опыт. Она старается все свободное время проводить с малышами. К слову, у самой Кристины подрастает 7-летняя дочь Клавдия от бизнесмена Михаила Земцова. В отношениях с музыкантом Владимиром Пресняковым-младшим певица родила своего первенца, сына Никиту. А от предпринимателя Руслана Байсарова, сына Дэни. Орбакайте уверяла, что уже готова к внукам. Вот только пока старший сын исполнительницы, как, впрочем, и его супруга Алена Краснова, не планирует обзаводиться потомством.